Офигеть, что происходит? Я все сношу, что еду куда? Три, кубики, квадратики. Витя, не купи, крути, давай, колеса лети вперед. Бетонные стены прошибаю шапкой просто. Офигеть! Ага. Всем привет! С вами Виктор. И, конечно, наша любимая игра. Я не буду ее называть. Это секрет. Но вы ее видите, на экране написано название. Трусикана. Трусикана нам UC Attacks предлагает рубануть UC Attacks демо. Это демо-версия моего нового уровня. Если тебе она нравится, нажми 4-5. Боже мой, нифига себе! Это ж гигантский UC! Раз, два, три, 4, 5, 6 лепестков. Нажми пробел, чтобы начать. А где вот эти звуки такие? Тыж, 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 тыж. Боже мой! Адский жираф! О, приди! Битва у цей жирафа. А, тыш, 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 тыш. На, у цей Винс. Нифига себе. Классно, как его победить-то? Он какой-то резиновый еще, прикинь. Класс! Это бомба. Вот это топ просто. Смотри, вот пингвин. Обязательно сделай пингвина. Упоротая корова. Конечно же, нужно будет сделать генерал-гусеницу. И, ой, извините. И еще... можно сделать еще прозрачную птицу. Вот это вообще будет зашквар. Сражение УЦ с прозрачной птицей. Видишь? Все. Я заказал продолжение этого уровня. Это будет просто круто. Это будет топ. Даже УЦ чуть-чуть вперед нагнулся, чтобы посмотреть, что же там происходит-то такое. Он сегодня, кстати, низок. Вы заметили? Как низко ты пал. Но ничего страшного. Автор Ксирт 4516. Витя, I love you. Вот это признание, спасибо. О май гад, мой английский. Че взять-то надо? О, нет. Там нет секретки. Хайль Витя. Ой, ну, некрасиво. Идите, иди, обниму. Если провалиться... ты спец по дирочкам. Что? Я не буду проходить целиком. Я главный секретку нашел. Дядя тетя, ребят. Я помню такого человека. Давным-давно мы играли. Баги краш-тест. Все для тебя. Моря и океаны. А, моря и океаны. Все для тебя. Все для тебя. Моря и океаны. Привет, Витек. Это карта для тебя. Удачи, нажми пробел. Баги, краш-тест. Погнали! Слепой бомж какой-то. Что происходит? Ноуп. О боже! Черт! А как тут пробраться-то? Гриб, ты не мешаешь! Вот! Твой! О, нифига себе он прет, ты посмотри! Победный, что-то там вызов монетки какой-то. О, ну... О! Спасибо тебе, что бомбу подложила. Вот этот топчик. Что тут написано? Problems with logging in joy... Боже. Какая реклама, а? О, у цены в унитазе. Что это? Рубль копейку бережет. Да, нужно брать. Так, погоди. Может быть, надо отсюда? Давай с разгона. Давай, газуй. Да пипец, как это сломать-то? Мне мина нужна. Почему ты мину не положил в этот раз? Да, детка! Ух, сильно! Фу, хорош. Спасибо, что поиграл в мой уровень. Классно. Не, ну, такой. Задачка есть. Собственно, который нужно решить. И рисовочка прикольненькая. Доктор in the House, ребята. Доктор in the House 25 октября. Буквально 2 дня назад запилил новый уровень. Называется Cheers. Зима идет. Flu. Инфлюенза, грипп, эпидемик is coming. По ходу дела у нас будет... Блин.
игрофлексотерапия. Второй сеанс. Ну, давайте посмотрим. Со скидкой. 180. Я помню, там в прошлый раз 250 стоило. Что-то в этом роде. Почему люди употребляют ЛСД? Худеют? Все логично. Трудно подобраться к холодильнику, который охраняет дракон. Ну это такие шутки-то уже серьезные пошли. Я думал, зачем тут... Причем тут дракон? При том, что он охраняет холодильник. Возбудитель какого заболевания ныне не встречается в природе, но сохраняется в лабораториях? Ну ты спросил. Может быть, натуральная оспа? Я только ветряную оспу знаю, но если является она натуральной... Сибирская язва точно есть. Брюшной тюф... Тю-тюф. Брюшной тюф. Брюшной тиф, насколько я знаю, тоже вроде бы недавно выползал где-то. Проказа? Нет. Оспа. Оспа. Все-таки натуральная оспа. А все благодаря массовой вакцинопрофилактике. Прикольно. Первую вакцину разработал и применил. Луи Пастер. Погоди, Пастер вроде бы молоко пастеризует. Роберт Кох, Эдвард Дженнер. Я вот Эдварда Дженнера не знаю, значит это он. А-а-а, прикинь, угадал. Заметим, что доярки. Доярки, ребята. Понимаете, доярки самые топ. Заметив, что доярки переносят натуральную оспу гораздо легче, он предложил искусственно вводить вирус коровьей оспы здоровым людям. Нормально, доярки, молодцы. Антирабит. Тут такие слова я даже прочитать-то не могу. Как вы их слушаете, я не понимаю. Антирабическую вакцину разработал и применил. Рэббит, бешенство. Антирабическая, я думал, это вакцина против рабовладельческого строя. Опять они. Что, опять он? Нет, в этот раз не он. Пастернак? Нормально. Антирабическую вакцину назначает... Так, ну давай логически. Это бешенство. А бешенство это у нас, ребята, видимо, невролог? Нет, инфекционист? Нет, травматолог. Почему? Не знаю. А, видимо, когда бешенство начинается, тогда ты начинаешь ломать кости себе. Конечно же, это не так, но... Роберт Кох открыл возбудителя. Холера, туберкулез, сибирский... Какие-то познания у меня сумасшедшие должны быть. Я без понятия. Холера. Эй. Что за... Пустите меня. А. Он все три открыл, прикиньте. Вот и молодец, а. Вакцинацию... BCG проводит детям в возрасте 6-8 месяцев. Нет. Полтора года? 3-5 суток. А, это то, что BCG, что ли, у нас называется? Боже мой, а! О боже. Калимет и Герин, 13 лет. Выводили штамп, пригодный для профилактики туберкулеза. Как вакцина BCG оказалась в России? Купили, подарили. О, даже подарили, прикинь. Сколько людей должно быть вакцинировано, чтобы избежать эпидемии? Да я даже не знаю, 90. Ха-ха, а ты привился против гриппа. Сколько жизней унесла пандемия испанки? 5-10? Да ладно, 50 миллионов, ни хрена себе, поразительная точность. Не так ли? Вакцинация. Вредна, полезна, необходима. Необходима. Медицина – единственная профессия, которая неустанно старается разрушить основу собственного существования. Джеймс Брайс. Слушай, логично. Будьте здоровы. Будьте здоровы, ребята. Ох, ты накрутил. Витек один плей. Про себя. То ли это просьба, то ли про себя. Что ты хотел сказать этим? Опа-на. Походу, это просьба, ребят. Приветик, Виктор. Дальше мне лень рисовать. О, это микрофон. Мой инглиш очень хороший.
Благодари, Вите, я узнал, как рисовать микрофон. Да-да, я помню, мы с вами в игруху это играли-то. Quick Draw, там микрофон рисовал. Главное, угадала программа-то. Так, благодаря Вите я узнал, что меня зовут Виктор Безденежных. Да ладно, что правда, что ли? Благодаря Вите я понял, что лучше рисовать на парте УЦ, а не пенисы. Пенис нет, УЦ, да. Ты посмотри, какая эпичная парта. И каждая парта разная, понимаете? Человек даже склонировать не смог одну парту в другую. Гениально. Хайпер, могу я тебя попросить о том, как ты рисуешь? Я просто не нашел в три вкладки рисовалку. Что? Ха, по-моему, это была просьба. Хайперу, пошли посмотрим, что внизу там было. Явно какая-то секретка есть. Нету здесь секретки. Нету секретки. Упс. Развернулось все. И свернулось. За 1, 2, 5, 3. С уровнем Balls Roll. Неужели? Да ладно! Ты посмотри! Я выжил! Я теперь сам мяч. Open win. Ай! Блин, тут защита от хакеров есть, ребят. Табуреткин. Special Mission Demo. А я в него не играл? Давай посмотрим, а за кого? Ну, давай сегвейчика. Боже, ты чё так кричишь-то на меня? Добро пожаловать в специальную миссию. Помогите, бандиты захватили банк. Это твой первый бой. Stay here, please. Так, стою. И что? Мне нужно нажать Next? Видишь этот мячик? Так. Что, мне опять Next надо нажать? Если этот мячик прикатится сюда, ты проиграл. Ага, и кликай на крестики, чтобы стрелять. О боже мой. Нифига себе я стрельнул. Так, еще один. На, на, на. Хорош. А чё, прикольно. О! Ты взорвал мои уши, боже мой. Слушайте, у меня стоит громкость процентов, наверное, 13 в игре. Он как жахнул, тут разорвалось все. Офигеть. А, человек с ником Ёкарный Патрон. А, Екиметрон Протон. Боже мой, что за ник у тебя? Специально для ВП. Специально для ВП. Перед. 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 А-а-а! Мама! Беги, Витя, было написано. Наверх. Что ж наверх? Мне надо наверх. Погодите, мячики. Что здесь? Медленно. Медленно. Я медленно снимаю себе мячики. А почему медленно-то, я не понял. Быстро, 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 быстро. Окей. Тихо, тихо. Проктологу мне еще рано. О, о! Не, ну это... Первый левел Витек П. Это мой первый уровень конца арт. Посвящено Витек Плейс. Стей шок. Ну-ка глянем. За кого идти? Давай, велосипедист. Воу-воу-воу-воу-воу. Привет, ВП. Что сюда? Ого. Ешь и срешь. Гениально. Пога Аям. Ламп. Пога Ламп. Зад игрока. Круто. Зад Витька. Спасибо. Таб. Не таб, а таб. Желаю тебе плей. Спасибо. Спасибо за то, что ты мне пожелал плей. Поехали. А, это, наверное, золотая кнопка. Ай-ай-ай. Давай, давай, лети, лети, лети! Да! Король Артур, привет! Пока! Уходим! Ай, стоим! А-ха-ха! Ой, прям голова пролетела! Так. Едем, едем! Фига себе! Аж кепку сбила! Туда не ходи, не ходи туда, снег ваш.
Что ж такое, снег в башка попадет, хотел сказать. Я же могу так сделать. Эй, что у тебя шея? Да как тут залезть-то? Можно было погуфайт брать, а? Хорош. Давай, да что ты творишь, мужик? Никогда не думал, что по лестнице на велосипеде так сложно заезжать. Давай другого героя возьмем. Слушай, а? Смотри-ка, а? Видали? Чит века просто. Не, ну раз человек сделал такой уровень, значит он предполагал, что я буду делать так. Ну почему бы и нет? Мина! Стоять! Боже мой. Ничего, ладно, это инвалидная коляска, вертолет. Облетим с этой стороны. Ох, сейчас я нарвусь на эту штуку летающую. Где я? Воу-воу-воу, тихо. Ага, отлично. Тормози! Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу, что происходит? Как вертолет-то носит? Стоять. Вот. Так, погодите. Во, вот сюда я дошел. Усе. Это, ребят, усе. Знакомьтесь. 6 лепестков, все правильно. А здесь... Упс, а здесь пройти нельзя. Что-то кто-то тут понастроил. Ах, ты что, защита от читеров, да? Вот таких, как я. Которые на вертолете идут. О! Это УСН, это у порта незабудка, ребят. И просто УН. А где финиш-то? Как пройти? Я просверлю себе путь. Я смогу пройти. Во! Протиснулся. Есть. Спасибо за игру. Спасибо за уровень. Скорпион 10000. Арт-ВП УЦ Погафайт. Ох, нифига себе, ты смотри! Вот это человек рисует. Вот это топ. Как ты это делаешь, а? Прям один в один. Ёлки-палки, вот это круто. Я впечатлен. Слушай, я от руки так не нарисую, а ты тут в Happy Wheels такой изображаешь. Пошли в дырочку, тут секрет явно есть. Оп, ха, унитаз с треугольником. Это отсылка к иллюминатам? Или к чему? Ну-ка. И... Опс, тихо. Оп, да что ж такое? И... Опа! Как-то слабо прыгнул. А-а-а! Прям в грудь! Нам... Опальный. Арбуз. Арбуз-убийца просто какой-то. Ты посмотри, что там происходит. Вы видите, что происходит? Я не знаю, с чем это связано, но с чем-то полтергейстным. Ну, главное, финиш нашли, арты посмотрели. Вот это круто. Вот это ты молодец. Топчики за неделю. Интересно, смотрите. Сразу первый же уровень, всего лишь 8000 игр, но виртуально невозможно. Называется It has the name for a reason. Готов гореть. Да вы что, прикалываетесь, что ли? Нажми 5, чтобы... А, я понял. Это попрошаечный уровень. Поэтому он в топах. То есть нереально туда пройти, да? Потому что эти группуны, они просто меня раздражают. Смотрите, сколько их много. А реально их как-то все прокнуть, чтобы они все мимо стали? Ничего себе. Страшно. Страшно-то как? Не буду здесь сейчас зашквариваться. Экстремальный старт. Беги! Деда! Нифига себе, по городу снес. Черт, какая там жирука летела. Офигеть, что происходит? Я все сношу, что еду куда? Блин, кубики, квадратики. Витя, не купи, крути, давай, колеса, лети вперед. Бетонные стены прошибаю шапкой просто. Офигеть. Вниз. О!
Эта штука приехала за мной. Офигенный уровень. Держит в. Вот такие уровни я люблю, понимаете? За каждую секунду действия этого уровня происходит такое трэш. Супер. Гигантская атака. Очень много текста написано, читать не буду, поехали. Помните, мы играли с вами в атаку гиганта, там действительно очень много маленьких человечков было. Алерт, алерт. Такая башня, прикинь. Пум, уронил. Крышей придавило. Нет. Арбузы. Нифига себе, арбузы выращивают гигантские. Вам этого одного арбуза на год, наверное, хватит. Какие маленькие человечки прикольные. Так, идем дальше. Такой, мой дом. Ладно, тебя оставим в доме. Перепрыгнем его. Какие-то развалины. Крушить, ломать. Давай, сигвей топи. Бум. 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 Бетонобойное орудие. Ладно, перепрыгну, ваши дома не пробить. Это что такое? Я голем представляю элемент дерева. Ты не пройдешь. Так. Я маг. Стенку поставил, молодец. Как тебе перепрыгнуть? Так, стенку поставил. А, твою стенку можно разбить. Ха-ха, я более крутой маг, чем ты. Живи. Нет, не живи. Уронил его. Так, что это такое? А-а-а, ниндзя! Какие неприкольные. Ой, ай. Ты чё? Никола Тесла, что ли, построил здесь? Ай! Ой! Ну ты куда? Прям в причинное место бить нечестно, не по-мужски. Мост провалится? Нет же... Тихо! Я пришел сюда... To avenge my brother. Умри. Нифига себе, это реально Никола Тесла пришел. Ну я выжил. У меня есть сила солнца. Не дочитал. Ни хрена себе! Ладно, на этом остановимся. Impossible timing. Чекнем. А, ну в принципе. О, ты смотри, какая штучка летит, как я вовремя поймал. Изи! Вообще изи, ребят. Ничего тут impossible нету. Метание меча 8. Боже, что это такое? Нужно очки набрать. 50 тысяч никто не попал. Нужно как-то багануть игру, наверное. 750. Ва! О! Тут нереально их кидать вообще. Воу! 50! Все, я топ, я на первом месте, ребят! Смотрите, первое место сейчас занимает 47 550, а я 50 тысяч одним мячиком выкинул. Ю-ху! Вот так вот. Учитесь, глупцы! Пу-пу-ру-пу-ру-пу-ру. Не. Вот так вот надо смотреть. Уу! Ну вот. Меня запишут? А, надо реплей составить, да? А, ну. Я же реплей не буду записывать, поэтому. Но я топ. Я на первом месте. Elevator Madness. Это, ребята, сумасшествие элеваторов. Писал явно какой-то ирландец. Elevator. Eleven. Что происходит? Воу-воу-воу-воу-воу, классно! Ух ты! Вы посмотрите, какой стиль! О, крутецки. Вот даже так. Стоять! О, дабл майн, ребят. Е-хей! Победа. Вниз. Так, снова. Тихо-т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 ихо. You did it. А, you did it, ребят. Я финиш нашел. Там написано you did it, значит там финиш. Rainbow Rope Swing, ребят. Снова Rope Swing. Обожаю Rope Swing. Вау! Кажется, я опять пролетел к финишу заново. Где финиш-то? Здесь должен был финиш. Нечестно. Ты куда тебя? Нет, слишком хорошо прыгаю, ребят, в роб-свинге. Все, оп. Ну, наконец-то я попал куда надо.
Вау. Утяжка. Бум. Чакалака. Оп. Сейчас кубики будут осыпаться в разные стороны. А, классно. Прикольно. Держись. Слушай, прям сейчас в каждом уровне про Роуп Свинку вот эта штука есть ездящая. Роуп Свинк Даниреп. Это мой первый Роуп Свинк. Ух, чувствую. Так, ой-ой-ой, здесь еще не по-русски. Эсми пример Роуп Свинк из Пера Куте Густе. Пиу. Хорош! Ну ты вообще топчик, а? Прикинь, изобразил штуку. Сальто. Нужно делать сальто, ребят. Оп. Так, а почему только лежа? В смысле, почему только в ту сторону лицо? О! Опа! Опа! Двойной финиш! Ну вот вы посмотрите, человек сделал первый раз роуп свинг и принес в роуп свинг новую фишку. Ты летишь, пружинишь и отлетаешь, а там везде шипы. Вот я уверен, что на следующей неделе или через две в половине уровней будет такая фишка про роуп свинг. Потому что вот сейчас вот фишка про катающуюся платформу по роликам, по шарикам пошла у всех сразу. Пойдет и вот это, а потом совместят и будет там уровень... Там, где будет и стенка пружинищая, и катающаяся платформа. И это будет самый лучший роупсвинг. Наверное. Ладно. На этом мы давайте остановимся. У нас с вами были сегодня и упоротые уровни, и непонятные, и кровавые, но они все вырезаны. У нас сегодня был даже жираф, которого победил УЦ. В общем и целом, это была феерия... непонятности. Это было фиаско, братан. Всем хорошего настроения, лайки, подписки, комментарии, писание ссылочек на группу ВКонтакте. Пока.